Хейо, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Castle in the Dark. Да, немножко это... Я не помню, на чем мы остановились, поэтому как-то так, мы просто бежим вперед. Так, здесь у нас ловушки, окей. Я помню, мы убили рыцаря в прошлой серии, да? Где-то здесь сундучок есть и дверь в виде Мегамена. Да-да-да-да-да, это она. Bro Shoulders. Брательный меч какой-то. Circus. Не ломается, ладно. Я, может быть, немного не в трезвом состоянии. Я понял. Ой, подождите, а как это тогда так пройти? Го, тогда забежим, просто заберем меч. Так, мне нужно немного сейчас понять, что да как. Я понимаю, что что-то происходит на экране, но что? Сворд. Я не знаю, насколько этот меч у нас, но по урону. И все, да? Окей, сейф. Ой, как раз проверь меч. Давайте. Виапунт. 6, 8. Это меч реален? В каком смысле? Ни хрена он огромный. Ладно, он не ваншотит. Ну и типа на шарик этот. Как запрыгнуть? Так, сюда можно пройти, хорошо. Я понял, окей. Немножко... Блин, мне нужно раздуплиться после сегодняшнего дня. О, успел. Чё дальше? Ну, типа, я успел, но я не понял, что дальше. Мне нужна какая-то эмблема дракона. Мне нужна... Ого, что-то новенькое. Мне нужна эмблема дракона. Понимаете, в чем херня? Оно мгновенно падает. То есть я даже не успеваю с своей пьяной реакцией среагировать на то, что оно падает. Ладно, попытка еще. О! А, то есть она заранее прыгает, но падает. Ах ты ж ё-моё, я думаю, в чем прикол? Сундук мимик. Ясно. Найс. Ньюс, ньюс, найс. Свайс. Везде ловушки, везде обман. На самом деле здесь все работает насчет тайминга. Хотя нет.
Возможно, не все работает за счет таймингов. Теперь у меня вопрос, как мне туда пройти. А, сундук то меня даже атакует, если я его даже не трогаю. Окей. Кстати, а я ж меч, да, получил? Почему у меня не сохранился? Япон. Поехали. Окей. Готово. А, то есть мне нужно еще приугадать тайминг, когда оно исчезнет. Готово. Готово. Чем на ёпсик? Я понял, в чем дело. Сложным, но возможно. Мне кажется, я с каждой смертью начинаю трезветь. Каждой смертью мы трезвеем. Если бы меня эта хер бы не задела, я бы ее перепрыгнул бы. Ладно, время останавливать запись. Да, хорошо, есть прогресс. Просто секунда в секунду. Что здесь меня тогда убило, я уже не помню. Я зашел в дверь. А, вспомнил. Я не допрыгнул, точно. Попытка хер знает какая. Главное, короче, в последний момент начинать прыгать там. Я не знаю. You found a note. Blue Age Legends. Отлично. А почему я не прыгнул? Я просто бегу. Хорошо. Отлично.
портал, как в Кастельвании. Но это мой клон. Да, мужичок из Кастельвании. Что он делает? Окей, мне, короче, нужно Аратрай. По магии мне нужно, короче, взять ветер. Давай, по-моему. И просто херячить, короче, магию ветра. Это долго, да. Но зато это эффективно. Зато эффективно. Ай. Зато все это дело эффективно. Почему я не прыгнул? Ай. Ай-яй-яй. Ну, типа, он вообще не сложный, ни в какую. Я не знаю, почему у меня не прыгает только. Наверное, пока работает, типа, этот. Ветер, да? Хорошо. Хорошо. Изи. По идее, его должно в портал забрать. Да, хорошо. Хорошо. Так и должно быть. Так все и должно быть. Ну, почти так. Да, я хотя и пьян, но я смог убить довольно... Ну, босс довольно примитивный и легкий. Если так говорить честно. У него типа одна атака. Ну, типа, если не брать лучи. Если не брать лучи. Хорошо. А наверх? Не ломается ничего. Там вниз можно. А, блин, там фиг пропрыгнешь.
Ха. Ага. Ага. И как это провернуть? Это такое на самом деле. Суа. Я хотел, короче, быстро на кнопку прыгнуть. После чего запрыгнуть на этот. На платформу. С помощью двойного прыжка. Ладненько, сейчас попробуем. Сейчас все это дело попробуем. Плевать. Меня отвлекли лучи. Я хотел, чтобы меня не зацепили лучи, но в конце концов они меня и погубили. Так. Ай. Так, ясно. Все. Готово. Как это проходить? Фух, ну погнали, следующая попытка. Провалено. Фух, как же это все надоело. Готово. Готово. Теперь, чтобы главное меня ничего не убило по пути. Готово. Он меня просто засейвил. Просто засейвил парень. Спасибо ему. Да, я получил урон от меча, найс. Ха-ха-ха. Хуй знает, какая попытка. Может, удастся. Жалко, что здесь сейва нет по пути. Потому что вот здесь, ну как так можно пролететь? Типа там только с помощью рта можно пролететь. Блять. Запустил, называется, таймер. Запустил таймер, получил пизды.
Ау. Ваншот мне теперь рот не ваншотнул. Я до него даже не долетел. Не знаю, докуда я доживу. А, ну понял. Я уже не доживу. Хотя... Ух! Ух! Я уже столько раз сдох до этого момента. Что жопа. Что просто жопа. Заебись. Я решил, короче, осторожно все это дело делать. Осторожно. Главное здесь сейчас пройти, да и все. О, отлично. Так, отлично. Я не хочу рисковать, нахер это все мне нужно. Да ладно, топор я получил. А ну. Это что? Скорее всего призрак, ну и бля, я здесь уже не выживу. Если назад пойду. Ух, нахер надо. Где сейвы? А может, пожалуйста, сейф, сейф. Нахуй надо. Подожди, тут уже призрак, да, этот? А. Секунды. Сука. Ай-яй-яй. Я просто не хочу вздыхать. Я не знаю, где сейвы. Скоро ли они будут? Я понимаю, что там жопа, если туда сейчас пойду. В смысле? Ну я ж прошел уже. Ладно, окей. Готово. Заряжаем. Я не хочу рисковать, нахер это нужно. А топор? Не понял. Типа топор мне остался? Воу-воу-воу, я про него забыл.
Он еще огонь пуляет. Давайте, наверное, я тут сюда пройду. Ну просто запуляю его этими. Он меня может ваншотнуть. Ну нахуй надо. Нахер надо. Лучше так. Я понимаю, что это долго, но все же. Все же. Это финальный босс? В смысле мне не фулл хп? Так, магия. Я сейчас не... Подожди, это оружие типа тогда? Япон. Не понял. А где мои топоры? Мне топор же дали. Ясно, понятно. Хорошо. Я понял, это, короче, финальный босс, походу. Тогда сюда потом придем в конце. На самом деле это теперь такое, понимаете, ух, облегчение, потому что... Или нет, подождите, давайте я проверю сначала. Если там финальный босс, тогда... О, варп, все, отлично. Это вот это, да, варп? Давайте посмотрим, куда он приведет нас. А, так, это та тёлка. Так, я должна сразиться, бат, но ты или он хэс должен что-то. Я не длинная белив должна. Пожалуйста, Эвен Хим, возьми это или сделай это. Зараза. Хорошо. Ай. Это шарики. Это молния. Это удар по мне сейчас будет. Удар молнии. Ну, у него, допустим, 3 атаки только. То есть у него нихера не... Ничего не меняется, хотел сказать я, но что-то пошло не так. Ладно, давайте, короче, мы заюзаем телепорт все-таки. Хотя вообще давайте закончим на этом. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.